Здравствуйте, меня зовут Ксения Кириллова, я юрист. Сегодня в мире отмечают замечательный праздник – День любителей сыра. Я не сведуща в вопросах его изготовления и производства, но я знаю, как получить 350 тысяч рублей на открытие своей собственной сыроварни. И не только. А в Иркутской области, впрочем, как по всей России, действует особая мера поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – так называемый социальный контракт. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между органом государственной власти в лице соцзащиты и гражданином, либо семьей, оказавшейся в сложной жизненной ситуации по независящим от ним причинам. Из-за безработицы, в связи с необходимостью осуществлять уход за детьми до 3 лет, за ребенком-инвалидом, в связи с потерей жилья. По условиям заключенного социального контракта, гражданин, либо семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, может рассчитывать на помощь в поиске работы, на получение 350 тысяч рублей для открытия собственного дела, 30 тысяч рублей для получения дополнительного профессионального образования для ведения личного подсобного хозяйства. Денежные средства можно потратить на приобретение оборудования, сырья, материалов для организации своего дела, на оплату аренды, на создание рабочих мест. В свое время я воспользовалась данной мерой социальной поддержки. Помимо высшего юридического образования, опыта работы по специальности, мне, как начинающему предпринимателю, были необходимы средства для организации своего собственного офиса. Кроме того, я также получила возможность пройти профессиональную подготовку по своей специальности. Вы должны объективно понимать, что, обращаясь за социальной помощью, государство не выделит денежные средства на приобретение оборудования и товаров, заведомо запрещенных или ограниченных в обороте, на оказание тех услуг, которые не принесут дохода. Поэтому грамотное составление бизнес-плана и объективная оценка своих возможностей поможет вам повысить шансы на заключение социального контракта. Всего вам самого доброго. Знайте свои права.